Добрый вечер, дорогие друзья. На этом плюс обзор матча чемпионата Италии. Очередной тур, 29-й, совсем скоро в Италии финишная прямая, но при этом много неразрешенных вопросов. В том числе, кто сыграет Лиги чемпионов от Италии в следующем сезоне и претендента на эту самую путевку ведущий два, прямую путевку. Мы встречались в Риме. На Олимпиках, где Рома принимала Наполи, и было понятно, что если Наполи проигрывает, то скорее всего Наполи будет совершить открытие места, но и Рома в случае поражения могла всегда забыть о надеждах без проблем провести концов для чемпионата и оказаться на втором месте. Но очень много было очень похоже, потому что все впечатления составы команд у Рома в ворота Десанти стали голосить из Манолоса. Андукара 1-0, Рома выходит вперед, но что любопытно, Рома очень давно не выигрывала дома, и поэтому тоже был очень-очень важный момент, наконец-таки выиграть на стадионе. Момент, однако, были у Наполи, здесь Дегутман, наверное, должен был забивать, в общем, ленты рами далеко, принимать, наверное, другое решение мог. Но вот никого не было, был, наверное, пенальти, надо где-то пенальти не поставил. Здесь Адам Яич несется вперед, но... Не сумел Ильяич. Видим, что очень активный Гуаин. Имеет возможность и Гонсало, но вот забить никак не получается у аргентинского нападающего. Но попытка хитро перебросить мяч. Через вратаря не начал таким. Снова момент для Наполи. Индивидуально решил себя проявить, но не сумел попасть в створ ворот. Еще один шанс для Мертенса. И снова он попадает в створ ворот, но при этом не попадает. Не может обыграть голкипера Десантиса. Моментов на Наполе очень много. У Наполе пока что впереди еще Лига Европы. Пока что Наполе рано говорит о провальном сезоне. Впереди матч против Вольфсбурга. Вот это уже 1-4 финал. И возможно Наполе пройдя Вольфсбург станет главным фаворитом своего турнира. Потому что главный претендент на победу в Лиге Европы. Манола Габриадини его сумасшедший удар сходу. Супер реакция от Десантиса. Еще один шанс для Габриадини. Он здесь бьет по центру ворот. И в итоге играть в голову Десантиса не сумел. Манола Габриадини. Матч были уже моменты у Ромы, Манолика Кубы, Мегаса в Гарсии, у которых, напомню, что попал в отсюда из вторичных футболистов, но тем не менее Рома выиграла 1-0, матч против Наполи, видимо, радость Джалароси, будто бы Рома выиграла как минимум матч Лиги чемпионов и квалифицировалась в плей-офф турнире. Но, еще раз подчеркну, у Ромы очень сложный период, и поэтому любая победа имеет колоссальное значение. Отправляемся в Бергамо. Мало Торино. Еще одна встреча. Тура. Говорят, что все матчи в этом году проходили в субботу. Я думаю, что в Италии воскресенье была Пасха. По причине вариации все матчи Туры играли именно в субботний день. Аталанта, ворота Спортиво, Далек Яван, Стендардо, Мелини, Цапакоста, Чигарини, Кармоне, Янчуга, Моралес, Утурина ворота Паттелли, Далек Боль Максимович, Грека, Моренти, Бруно Перес, Ливес, Инкация, Игори, Молинару, Кольярелла и Лопес. Начинается матч вот так, с гола Фабио Кольяреллы. Великолепная игра неувидающего нападающего. Но и это не лучшую игру Спортиелла все же. При всем том, что Спортиелла получает сумасшедшую прессу от итальянского
Макси Моралес. Вот такой делает он пас в штрафную. И чудо-гол, невероятный гол забивает Пениль. Еще раз посмотрим, как Макси Моралес подает и как фантастически красиво играет Пениль. Вы знаете, конечно, в Италии много проблем, но вот красивые голы всегда в Италии бывали. И сейчас враги на них увидели. Браво, браво, Чили и Пениль. Два еще матча стало, атака просто понимала, что необходимо идти вперед, надо забивать обязательно, чтобы спокойно встречу завершать, но дел Минский уже к концу матча пришел в себя и стал уже традиционно получать свою команду. В итоге, концов матча, небольшая встреча здесь, а это Башар и Пенилья, и в итоге удаляется и Башар, и Пенилья. Вот этот момент. Видим, как не поняли друг друга. Два футболиста, и, конечно, Пенилья здесь переборщил. Справедливое удаление Пенильи, но Эдуардо Рейес снова не может выйти на ландрич. И видите, он находится по прежнему в опасной зоне. Переезжаем на Сардинию, где Калери играл с Ромой, и, как многие утверждают, с Лацио, прошу прощения, дико извиняюсь перед болельщиками Лацио и Ромы. Мирослав Клозе, неувидающий немецкий форвард, уже на 31-й минуте отличился. Миро Клозе после хорошей комбинации, отметим опять-таки Андерсена, отметим Маури, и уже выход на пустые ворота самого Клозе, который легко, ну, не то что легко, а здесь уже, извините, переправили 1-0. Вот так матч еще стартовал. Лацио стремится в Лигу чемпионов, и все знают, что Лацио даже ставит цель обогнать Рому, потому что это очень важно, чтобы выше Рому и Лацио. А вторых, есть честное различие, второй и третий. Справедливый, но все равно Сау грамотно приложился и попал так, как надо, по мячу. И в итоге сейчас сравнял на 61 минуте. Но недолго музыка играла и локальнее, потому что через несколько минут, так как вышел за ногу, заработал пенальти бесспорно, и его выдавал Лукас Дилья за счет. Самое главное.
Милана.
очень много было борьбы в этой встрече. Еще одна желтая карточка. Ее получает Пелузом. Это все было в первом тайме. Верати был шанс забить. Второй был матч, но он почему-то стал бить головой, хотя, мне кажется, мог мяч обработать на ринговой. Но это уже на самом деле... Странно, кажется, что было так легко это сделать. Еще одна желтая пелуза превращается в красную карточку. И, соответственно, Сосуло остается в десятеро. Читал Доминико Берарди. Переезжаем мы в Верону, где, наверное, был самый скандальный матч тура с точки зрения футбола. Верона играла с Чезена, четверной составой команды у Вероны. На воротах Бенусси, в поле Пизано, Родригес, Морнес, Бривио, Салла, Грего, Хальфрен, Хальфрен, Гомес, Тони и Янкович. У Чезены Леали, Берико, Капелли, Крайнц, Лукини, Джорджи, Дефеудес, Бриенце, Дефрель и Джулич. Вот такой состав у Чезены. Чезена — команда, которая стремится остаться в серии А, но понятно, что шансов совсем немного у Чезены. Сейчас 18 место, 22 очка, минус 4 от Аталанты и минус 10 от Кьево. Но при этом играет Чезена в футбол, она и у Ювентуса очки отняла, и у Милана, и у других суперклубов. Ну и приехала в гости к Вероне, которая сейчас занимает 15-ю строчку в турнирной таблице. Карбонера. Вот здесь пробил он первым касанием и прогнал мяч в девятку. Счет стал 3-1 к 71 минуте, но Чезена не сдается. И еще один не менее красивый гол от Бриенца. Смотрим, как пробил Бриенца в тот же угол, между прочим, что и Карбонера. Направил мяч Бриенца, счет стал 3-2. Все это происходит какие-то минут 10-15. И... В концовке матча Суччи делает счет 3-3 на 81-й минуте. Вот так на Верона навела 3-0, в итоге сыграла на еще 3-3.
невероятно, абсолютно. Но такое тоже в футболе бывает. Ничья 3-3 и 6 забитых мячей. Еще одна встреча, которая была крайне важна с точки зрения борьбы за место в Лиге чемпионов и в Лиге Европы. Во Флоренции Фиорентина принимала Сампдорию. Видим, погодные условия, мягко скажем, не совсем приятные для игры в футбол, но болельщиков много. Фиорентина очень любят. В городе, ну, это не то, что любят, обожают, боготворят эту команду местные жители, и поэтому стадион, ну, не то, что заполнен до отказа, довольно много болельщиков на эту игру пришло. Мы видим, что Синиша Михайлович, он довольно успешно работал в Фиорентине в свое время. Сейчас он возглавляет Сампдорию, где работает еще более успешно. Так что матч имел много подтекстов. Состава команд у Фиорентины в воротах. Нет, удали Ричардс, Родригес, Басанта, Алонсо, Бадель, Аквилани, Борхо, Валеро, Диаманти, Салах и Гомес. Ну а у Сампдории Вивиано в воротах дали Ди Сильвестри, Сильвестри, Романьоли, Джини, Суриано, Паломбо, Бьян, Мартинс и Муриэль и Симолето. Симолето в основном составе действует у Сампдории. Момент у Диаманти. Также с мячом Салах. Сарри, наверное, главное открытие тренерского цеха Италии за последние
здесь были нарушены правила. И в итоге в конце первого тайма Карлос Тевес как гвоздь буквально